Николовская команда сейчас занята разработкой договора о дружбе и сотрудничестве с Азербайджаном. То, что на обывательском языке называется мирным договором, а на языке фактов – закреплением капитуляции механизмами международного права. И это завершающий аккорд его миссии. Об этом в своем телеграм-канале написал зять одного из зачинщиков Нагорно-Карабахского конфликта, экс-президент Армении Сержа Саргсяна, бывший посол Армении в Ватикане Микаэл Минасян, передает канал 13. По словам Минасяна, для завершения своей миссии Пашиняну нужны подконтрольный парламент, который он надеется получить в июне. В этом деле он пользуется поддержкой всех внешних игроков – Турции, России, Азербайджана, отмалчивающимися США и Франции, блокирующие в Совете Безопасности ООН санкции против Азербайджана и Великобритании. Даже глобалистский проект Сороса поддерживает этот процесс. Все внешние игроки готовы разблокировать регион ценой будущего Армении, кроме, пожалуй, России, которая не спешит поддерживать Армению без того, чтобы Армения поддержала сама себя, считает он. При этом Минасян подчеркивает, что с самого начала своей власти Никол методично и крайне успешно навязал и продолжает навязывать всем свою игру.